Кванториум на финишной прямой. Отделочные работы в будущем технопарке на проспекте Ленина завершены. Каждое помещение в своей цветовой гамме. Учреждение будет вмещать в себя несколько квантов. Робо-квантум, промышленный дизайн, IT-квантум, хай-тек цех. Настоящая кузница для развития инженерной мысли. И ребята будут заниматься, начиная там от 7 класса, заканчивая старшеклассниками. Конечно, если у третьеклассника будет какой-нибудь интересный проект, и мы его сможем взять в команду, он будет здесь. Самая главная задача – это не научить здесь чему-то, да, а сделать так, чтобы ребята реализовывали свой проект. То есть здесь будет чисто проектная работа. Мэр Владимир Шарыпов ремонтом доволен, а вот то, что снаружи, пока совсем не радует. Территория близ Минеевского моста требует благоустройства. Даже для взрослых, не говоря уж о детях, это пока что не самое привлекательное место. Освещение, асфальтирование, кранирование, контейнерная площадка, забор у железнодорожных путей. Я надеюсь, что нам удастся на все это найти денег. На благоустройство потребуется порядка 5 миллионов рублей, но без него никуда. Открытие технопарка запланировано на сентябрь этого года. Сейчас ждут поступления основного оборудования для учебного процесса. Елена Белова, Денис Денисов, РТБ Иваново.